Сейчас попозже пойду на улицу. Хоть и ветрено, но такие дни солнечные надо ловить. Ловить удачу. А что-то сегодня ко мне птички не прилетают, хотя я им положила еду. Сейчас посмотрим. Видишь, как он молодой. «Звездное лето». Музыка Аллы Пугачевой, стихи Ильи Резника. По многочисленным предложениям телезрителей, эта песня включена в программу нашего сегодняшнего заключительного концерта. Поет Алла Пугачева. Ничего себе, сейчас посмотрю мамочку в 79-го года. Какая красивая. Так хочется петь за него. Добрый день! Я сегодня пришла в Вегас. А здесь, как всегда, стоит украшенная елка. Вся сверкает, серебрится. Шаров миллион. Высоченная. Красиво оформили. Сразу радостно, весело. Какая красавица елочка. Ёлка плакала сначала от домашнего тепла, после плакать перестала, оживела, расцвела. Это, конечно, для живой ёлки, а это у нас искусственная. Здесь тоже планета суши, ель красивая. Сейчас я буду специально обращать внимание, где какие ёлки. Праздничные, красивые, расписные. Но вот это просто прелесть. Сразу чувствуется, что скоро Новый год. 12 дней осталось до Нового года. Ну, раз пришла сюда, буду показывать красоту. Здесь приятно прогуляться. Освежает вода вдоль. Растения, по-моему, искусственные. Раньше были живые. А сейчас им очень-очень темно. Вот. Красивое местечко. И здесь красиво все оформлено. Да? Красиво. Народу мало. Сейчас я вам покажу елочку в магазине. Красивая. День такой сегодня солнечный. Прямо иду навстречу солнцу. Солнце яркое сияет. Вот здесь хорошо. Как вам среди таких кустарников можжевеловых? Вон, красота здесь, в ботаническом саду. Смотри. А? Какие деревья. Мой дом, твой дом, а тут елка. Какая. Ну, как вам такие тарелки? С Дедами Морозами и снеговиками. Красивые, да? Красота сказочная. Здесь такое оформление хорошее. Вот богатство игрушек. Дед Мороз пляшет. И елок много.
Вон какие елки. Все сверкает. Сказка. Сказка сказочная, диво дивная. Подсвечники, снеговики. Выстроились в ряд. Симпатичные. Вообще снеговички мне нравятся. Здесь представлены огни. Гирлянды. Красивый цвет. Красивый, да? Выбор огромный. Глаза действительно разбегаются. Ничего себе, сколько елок. На любой вкус, на любой цвет, на любую цену. Как вам? Какие сейчас елки делают? Почти как настоящие. И все удовольствие, это 22 тысячи. А пойдемте вон те высокие посмотрим, сколько они стоят-то. А? О, какие. Уже тут 45, 33. Здравствуй, медведь. Видите, какие? Красивые ели. Продолжение ели. И здесь... Очень-очень много. И крутятся, и вертятся, и сверкают. Вот, пожалуйста, елочка вращается. Ручки ручной работы. Смотрите, 7 тысяч. Ничего себе. Вот этот красивый шар за 4. Прям шедевр. А этот с белочкой за 3. Красивый. Мне нравится вот этот нежный. 4200. Прям целое произведение искусств. Этот 5. Винтажный. Это под старину, да? Пожалуйста. Космонавт СССР. 5400. И даже ракета. Дорогая игрушка. Почти 9100. 9100. Ничего себе. Вот это игрушки. Ну что, раскошеливайтесь, товарищи. А вон тыква. Тыква сколько стоит? Ну-ка посмотреть. 5700. Красивая тыква, да? Пушка. Мельница. А мельница? 6200. Часы красивые. Все красивые игрушки стоят недешево. Но вот Мишка на воздушном шарике просто покорил. Воздушное чудо из перьев. 46 тысяч. Вот это да, ель. Но у нее есть и что? 46 тысяч. Воздушное чудо. Вышла на улицу. Тепло-тепло. Не декабрь, а март. Колесо вращается. Вон какая погода сегодня замечательная, солнечная. Солнышко лучистое. Решила по улице пройтись. Трава зеленая. В общем, благодать. Отойти на 10 шагов назад. Время. Время сейчас сколько? 7 часа. Там идет представление для детей. Сказка. Маленькие. Веселятся. А вот там карусель вовсю крутится. 7 часов вечера. Я иду по бульвару. На улице тепло. Сухо. Много собак гуляет. Да и детей много. Пес, пес, пес. Прям под ноги кидается. Фыркает, чихает. Им сейчас хорошо, лапы не мерзнут, да? Сухие лапы. На детской площадке сколько детей. Много. А вон елка-то впереди сверкает. Красавицу лесную перенесли на законное место. Конечно, она не настоящая, но так. Иллюминация ночная на площади.